Всем большой привет! Меня зовут Даша, Дарья Дарси, и я очень рада видеть вас на своем канале. Вот уже 4 года я веду блог в Инстаграме об уюте, винтажной эстетике, и вот, наконец, решилась попробовать новый формат больших видео здесь, на Ютубе. Очень надеюсь, что приживусь здесь, и что вам, конечно же, тоже понравится. Итак, мое первое видео будет также первым в целой серии о переделке маленькой старой дачи, которую мы купили с моим мужем Кириллом всего 3 месяца назад. Впервые о покупке дачи мы заговорили, наверное, еще в 2017 году, но тогда мы переключались то на большие дома для постоянного проживания, то на участки под строительство, то потом снова на даче. Нам ничего не нравилось, и вот только в январе этого года я наконец увидела объявление, которое мне действительно очень сильно понравилось. Это была как раз эта дача. Я не могла дождаться, когда растает снег, чтобы поехать и посмотреть ее. Но когда мы впервые сюда приехали, хоть дача нам и понравилась, мы отказались от покупки, поскольку казалось, что сложностей слишком много. Плохая дорога, участок подтапливает, и состояние самих построек было достаточно плачевным. В общем, тогда мы уехали и решили продолжить поиски. Ну, недели, наверное, через 2 поняли, что для нас лучше ничего просто не может быть, что мы очень скучаем по этому месту, поэтому мы вернулись, и 2 мая мы получили ключи, подписали договор и стали хозяевами этой маленькой сказочной дачи. Дача находится в Новосибирской области, в часе езды от Новосибирска, где мы сейчас живем. Сам домик довольно старый, 1985 года постройки, и мы его вторые хозяева. Именно его волшебный внешний вид так привлек меня тогда в объявлении. Эти милые окна на чердаке, поросшие мхом крыша, полукруглая веранда и деревянные окна. Даже в таком состоянии, без ремонта, дача напоминает мне домик фей. Это потом и послужило вдохновением для всего ремонта и декора. Домик стоит на участке площадью примерно 8,5 соток. К одной из сторон участка прилегает заводь реки Иня, да и сама река находится совсем недалеко. Перед домом растут 2 огромных кедра, за ними несколько берез. Также на участке много плодовых деревьев, кустарников, из-за чего здесь очень уютно и уединенно, особенно сейчас, в разгар лета. Еще в саду есть несколько небольших декоративных построек – крепость, деревянная избушка, храм, мельница, колодец. Большую часть из них мы решили оставить и немного переделать под себя, но об этом я расскажу подробнее уже в следующих видео. Домик действительно крохотный, всего 29 квадратных метра. В нем 3 комнаты, и первым делом мы попадаем на эркерную веранду с волшебными окнами и развивающимися на ветру кружевными занавесками. Я сразу же представила, как чудесно здесь будет смотреться круглый деревянный стол, за которым можно будет завтракать, глядя на кедры, и пить чай по вечерам. Затем мы попадаем на солнечную кухню. Ее деревянное окно выходит на задний двор. Комната вытянутая по форме, и по ее центру стоит печка. Дальше заходим в спальню, и все движение по дому происходит как будто по кругу. В этой комнате висела картина, которую написала прошлая хозяйка. Здесь было очень много вещей и мебели, в том числе и холодильник. На следующий день после покупки мы сразу же приступили к работе. И начали мы, конечно же, с уборки. Вы даже себе не представляете, какое огромное количество старых вещей, мусора мы отсюда вывезли.
Прошлые хозяева оставили здесь все, вплоть до просроченных продуктов, поэтому работы нам предстояло очень много. Кроме того, здесь было такое количество пластика, он, казалось, был просто везде, на потолке, на стенах, даже в бане и в саду. И по итогу мы вывезли целых 2 забитых доверху КАМАЗа. Конечно же, мы многое оставили из мебели, посуды, весь садовый инвентарь, инструменты, но были и небольшие атмосферные находки. Сад тоже требовал уборки, поэтому между разбором дома мы сгребали сухую траву, чтобы дать возможность вырасти новой. И с каждым теплым днем зелени становилось все больше. Распускались первые цветы, нарциссы, мускарики и примулы. Появлялись свежие листочки на кустах смородины и набухали почки деревьев. Это очень помогало немного отвлекаться от всей грязной работы и замечать хоть и позднюю, но весну. Только с уборкой по большей части было покончено, пришло время ремонтировать баню. Кирилл менял там пол и полог, приезжали наши папы, чтобы помочь ему с крышей и трубой, а я в это время занималась шлифовкой и покраской дома и арки в саду. Thank you.
оконные рамы я покрасила матовой эмалью в нежный фисташковый цвет. Зеленые окна были моей мечтой, и, по-моему, они просто невероятно идут этому дому, обрамленному ветками деревьев. Ближе к концу мая сад ожил. Хотелось как можно больше времени проводить в саду и собирать цветы, но вместе с тем пришло время ремонтировать дом внутри, и это уже был следующий этап работы. Большое вам спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, и совсем скоро выйдет уже следующая часть переделкой кухни. Так что до встречи, обнимаю вас, пока-пока!